В каждом храме буддийском есть вот такое изображение. Вот изображение, мы называем его самсара. Это великая круговерть. Все живые существа, мы в том числе, находимся здесь, в этом круге. Согласно нашему учению, существует 6 уровней сознания. Вот здесь показано вот мир людей, да, со всеми своими заботами. То есть рождение, болезнь, старость, смерть. Здесь все обозначено.